Шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец, в экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система в составе 120 единиц. Вот это делаете Мурманский полуостров. И получаете телефон океана. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотека. Потому что не воздух будет, а академик будет. Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена.